Российские войска нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково в Харьковской области. По сообщениям украинских официальных лиц, погибли по меньшей мере 2 человека. Еще 3 женщины и 10-летняя девочка получили ранения. Под завалами еще могут оставаться люди. Минобороны России заявляют о нанесении новых ударов по украинским войскам на Краснолиманском направлении. В Кремле при этом заявляют, что анонсированные поставки западной военной техники Украине не помогут изменить ситуацию. Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально они ничего решить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны. В Минобороны Украины в понедельник сообщили, что российские войска начали новый мощный штурм города Солидар в Донецкой области к северу от Бахмута. В понедельник в руководстве самопровозглашенной ДНР заявили о взятии села Бахмутское в том же районе. В то же время ЧВК «Вагнер» в соцсетях утверждают, что этот населенный пункт взяли они, причем еще в декабре.